Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. У нас задание дня — ранний доступ, давай посмотрим. Вы начинаете игру со стратегической колодой травяного кулака в яблочко и кукурузным псом на воде. Но имейте в виду, что плавать собачка еще плохо. Интересно, давай посмотрим, что это за задание такое. Мы играем за травяной кулак, что ли? Точно. Против заморозга. О-оу. Что-то мне, друзья мои, не нравится вся эта затея. Против заморозга. Мы прекрасно все знаем, чем он славится, да? Конечно же, своей заморозкой. Так, у нас с тобой, кстати, есть очень неплохой удар. Наносит 2 единицы урона на линии по земле. Так, амфибия, мишень. А что собачка вот эта делает, кукурузная? Ничего, просто амфибия охота. То есть она охотится еще, да, за противником. Ну ладно, я поставлю, наверное, вот сюда. Поехали. Будем смотреть, что будет делать Ничего. Заморозка ничего не стал делать. Хм, странно. Ход зомби. Так, вот это мне не нравится, парень. Прочерки, да? Так, песик, ну тебя же сейчас ушатают, господи. Неужели нам придется... Давай вот так сделаем. Так уж и быть. Отлично, 12 хп мы оставляем заморозку. Итого уже 8 хп. Ага. Ход зомби. Опа, опа, опа. Смотри, что делает. Естественно, песик сюда перебегает. Зачем? Ты объясни мне, зачем ты это делаешь, а, пес? Уничтожат же его. Конечно же, друзья мои, уничтожат. Вот так попробуем с вами сделать. Заморозка всех растений. Вот же чара, я же говорил, друзья мои. Он славится своей заморозкой всех. Ага, настоящих на земле, да? Погоди-ка, а чё? А чё это он живет еще и радуется до сих пор, а? Да ну. Парень, ты завязывай давай. Так, растение получает 1-1 и наносит бонусную атаку. Это, по идее, в принципе, нужно нам с тобой сделать. Давай-ка я попробую так вот. А почему защита не сработала? Я вообще-то рассчитывал на срабатывание защиты у него. Так, 3 хп остается. Сейчас бам... Что он там радуется? Опачки. Вот это для меня какой-то нонсенс. А че это он тут прыгает и прыгает, прыгает и прыгает? Я не врубился. Так, растение наносит бонусную атаку. Ну, давай сделаем бонусную атаку с тобой. Так, предположим. Ход зомби. Сейчас, наверное, кого-нибудь сюда поставит, да? Заблокирует. Конечно же, заблокирует. Так, вызывает еще свою курицу. Так, мы можем сделать, например, бонусную атаку мы можем с тобой сделать, да? После уничтожения наносит 1 единицу урона всем. Ну давай, наверное, мы поставим... Блин, я боюсь, что у него будет заморозка. Но надеюсь, что такого там не будет. Так, ну что, попробуем пробить. Да, друзья мои, получилось. Что-то у него не стало. А, у него не стало срабатывать. Ребята, вот же у нас вот этот стручок. Он же не дает накопления вот этой вот. Точно, что же я забыл-то. Ну, все, все, мы с тобой выиграли, как говорится, это испытание. Ну, а теперь переходим непосредственно к заданиям за зомби. Я знаю, друзья мои, я уже устал говорить, что вы просите меня сыграть за растение, что вам немножко притомилось. Но у меня нет возможности пока победить босса бессмертия, да, чтобы дальше как-то играть за растение. И к тому же еще же я тебе хочу сказать, что у меня за растений нету хороших карт. Легендарных карт вообще нету. Понимаешь, вообще. Там может быть одна и то на таких колодах, которыми играть просто, ну, невозможно.
Поэтому я вот и решил, может быть, пройдем все-таки с вами за зомби. А уже потом, хочешь не хочешь, придется, ребята, играть за растения. Ну что, у нас ловушка ночного колпака. Как ты понимаешь, будем драться против ночного колпака, именно против этого гриба. И начнем, пожалуй-ка, с разгрома. И некоторые также просят поиграть за других персонажей. Как вы знаете, у меня есть и замех, и мозг-атака, и мозговая атака, и кого там только нету. Все это, ребята, будет впереди. Поверьте мне. Никуда игра от нас, как говорится, не денется. Ну что, ход зомби, у меня первого с тобой хода нету, а у него есть гриб. А, у него шампиньоны. Так, то есть получаем автоматически с тобой два в лицо. Так, на второй ход, в принципе, у меня есть. Подготовлено все. И мы... Ага, у меня даже вот это есть. Но я, наверное, сделаю все-таки вот так вот. Ах ты шитик, смотри, что делает. Это плохо. Это плохо, ребята, он мне... Он уничтожит вот этого зомби. Этот электрокамыш. У нас уже с тобой броня сработала. Удивительно. Так, если я не ошибаюсь, это у нас приводит к чему? А к тому, что я вот сюда поставлю зомби. С неуязвимостью. Ну давай, электрокамыш. Кстати, он ничего не стал выставлять. Колпак, ты меня немножечко пугаешь. Что ты там опять задумал, а? Объясни-ка мне. Ага. Так, если мы сделаем с тобой вот таким вот образом. И вот таким. Дал мне тоже карту. Ну, этого мы уничтожаем. Понятное дело. Мои мышки его съедают. И, кстати, можно сделать еще вот так. Любого, кого он будет выставлять, он будет переходить вот на эту линию. И мы будем его бомбить. Ох ты, зомбобот. Ну я, наверное... Так, у меня спортсменов нету. Вызову галактического Йетти. Ой, шикарная карта. Ну что, давай посмотрим, что он будет вызывать. Колпак задумался. Ага, 2 единицы урона кому наносит? Кто бы в этом сомневался? Или не стоит? Нет, подожди-ка. Блин, не буду я пока тратить на него. Он этого не достоин. Ага. Размещает ядовитый гриб. Это у нас антигерой. Вот это плохо. То есть, 3 в лицо, да? Угу. 3 в лицо мы с тобой получим. Так, Йети нас покидает. Оу, мне дали призрака. А вот это уже хорошо, друзья мои. Призрак — это всегда классно. Ну что, давай, наверное, вот этого уничтожим. Так, дальше мы с тобой, наверное, сделаем вот так. Ну-ка. Хочу посмотреть, что он будет делать. Я знаю, что эта карта ему очень не нравится, этому грибу. Она любому не нравится, потому что все полученные мной карты, да, улучшаются. Ага, наносит 2 минус сразу же. Так, вот сюда. Так, наносит 3 единицы урона. И все, парень, на этом твоя песенка, наверное, спета. Так, 4 в лицо получаем. Не забывай, что у нас есть с тобой хил. И карты наши будут усиляться. Вот таким вот образом. Ну что, сделаем с тобой, наверное, вот так. Ой, как классненько-то. И можно, в принципе, поставить. Давай вот так вот сделаем с тобой, да? Йети, у нас еще есть сердечко, которое нам дает отхил. Ой, прикольно. Прикинь, просто прокачка идет карт у нас. 6-6, 5-5, 12-12. Это люто. Так, ну гриб, я смотрю, задумался. Электрокамыш тебе здесь не поможет, парень. Ага, все-таки решил уничтожить, да, мне? А, вот этого? Ну, друзья мои, это не страшно.
Это все ерунда. Погнали. Так, нам с тобой достается 2 и 2. 2 и 2. Ну, давай сюда потрачу. Так, минус виноград. Ну и 3 в лицо, конечно, мы получаем с тобой. Ну, а дальше должно быть у нас немножечко попроще все, потому что я сделаю... А, тут 9 энергии нужно. Я думал, что у нас хватит, а у нас только 8. Ну что же, тогда сделаем с тобой вот таким вот образом. Призываем йети. Опа-на, курица достается. Ой, как это люто, друзья мои, это просто жесть. Так, можно... Нет, давай вот так все-таки сделаем. Сейчас кого-то поставит, он перелетит, естественно, вот сюда вот. На центральную линию. Лишь бы не какого-нибудь героя легендарного сюда выстрела, а то они любят обычно, да? Типа проигрывают, проигрывают, а потом у них... Ну вот, смотри, что он делает. Понизил мне здоровье. Трындец! Ты прикинь, что он сделал? Вот так вот, друзья мои. Я не знаю, сработает ли у нас с тобой блок, вряд ли. Да. Он разнес. То есть, грубо говоря, меня вот этот вот телепорт немножко подвел, да, с одной стороны. Я хотел как лучше, но получилось как всегда. Ладно, не стоит расстраиваться. Вот этот вот, конечно, лев, который одуванчик, да? Очень-очень пакостный. На самом деле. То, что он твое здоровье, сколько бы у тебя ни было. Например, у нас 20... Ну, скажем так, хп, 20 хп. Он его вызывает, у нас становится с тобой 10. То есть, постоянно такая вот фигня. Так что не стоит забывать, что у него есть вот этот одуванчик лев. Так, мы с тобой получаем сразу 3 в лицо. Зашибись. Хорошее начало, ничего не скажешь. Ну что, мы с тобой сделаем давай вот так вот. Уничтожим этот гриб. Блин, этот электрокамыш еще его, а. Грустно. Так, ну что, мы, наверное, сделаем... Подожди-ка, я лучше вот так вот. Вызовем спортсмена, вытянем с тобой карту. Причем карта неплохая, 4-4 за 2 энергии. Наносит 3 единицы урона. Что-то он тут слишком щедр на заклинание, ты заметил? Так, это я тратить пока не собираюсь. Угу. Так, я, наверное, сделаю вот таким вот образом. И вот таким. Поехали. Ага. Ага. Так, перемещает растение. Вот этого давай, наверное, ну, сюда вот поставим. Да, сумоист у нас, конечно, погибнет. К сожалению. Но мы с тобой сделаем еще немножечко хитрее. Поставим вот так вот. И сможем даже, наверное, рикошет. Убрал все-таки, да? Так, кому понизить? Ну, вот этому, ребят, конечно же. Потому что этот в любом случае будет атаковать. Хотя... Хотя... Давай вот так вот сделаем. Вообще его оставим без атаки. А здесь пропустим ход. Ладушки. Так, у нас Гаргантюа тут есть. Я думаю, что мы, наверное, сделаем с тобой вот так. Посмотрим, какая карта выпадет. Ух ты, амфибия. Это хорошо. Выставляем его на воду. Ну. Оу. Арбузик, а ты не в курсе, что у меня есть вот такая карта? Пока. Захотел он мне, да, уничтожить мою амфибию. Не тут-то было. На тебе. Так, отлично, у нас охотник еще есть. У нас еще есть охотник, который будет преследовать карты выставленные. И, наверное, сделаем вот так.
А ну-ка посмотрим, опять арбуз будет выставлять свой или как? Он может, но арбуз тогда вот сюда переместится. Но он может сделать хитрый ход, выставить там какой-нибудь... Ой-ой-ой-ой-ой! Ты смотри, что сделал, а? Ты смотри, что он тут делает. Что он тут балует? Ну что, взгрустнулось тебе, да? Взгрустнулось, парень. Сейчас будет уничтожать их. Всеми правдами и неправдами. Но, тем не менее, у нас, если этого уничтожить, появится зомби-киборг 5-5. Ну, этого просто отдуплят, наверное. Да-да-да. Видишь, он что сделал? Специально вызвал камыша сюда. Специально. Что-то ты, парень, погорячился, по-моему. Просто погорячился. Давай еще усилим наших бойцов. Так, камыш получил. Этот тоже получает. А мы с тобой вызовем сейчас еще и Гаргантюа. А вот сюда я его поставлю. Ну, а сюда охотника. Вот и пускай сидит и думает. Сейчас, прикинь, достанет свой этот гриб. Гриб судьбы, да, который уничтожает всех зомби на земле свыше, по-моему, 4 атак или 5. Чего? А, ну понятно, чтобы телепорт, да, забить. Так, наносит 3 единицы урона. Короче, все, друзья мои, карта у него не осталась, какая-то шифпотребка в руке. Соответственно, мы с тобой его сейчас и разберем. Погнали. А, у него сработает еще блок. Ну, мы зато похиляемся. Рикошет случайного зомби. Ах ты, спасибо, с одной стороны, ребят, я что, я не возражаю, я могу его еще раз выставить сюда. И это будет классно. Давай сделаем вот так. И вот так. Ну-ка. Что он там сейчас влепит? Да ничего он не сделает. Ну, 2 единицы урона нанесет вот этому зомби, наверное, да? Ах, вот так он сделал. Ну все. Неуязвимость получили. Этого немножко помурыжим. Бамс. Этого убиваем. И наш Гаргантюа, естественно, сейчас добивает. Не было у него, я так понимаю, да, льва-одуванчика, поэтому он и сфейлился. Так, мы с тобой 100 билетиков получили. Отлично, едем дальше. Вот сейчас будет интересно, кто здесь будет босс. Ох, капитан Огонек. Давненько-давненько мы с ним не виделись. Капитан Огонек. Так, оставляем... Ой, у меня же колода-то заточена, помните, под что? Под какую игру? Ладно, пускай будут 2 ореха жуя. Я их так называю, этих зомби. Потому что они уничтожают любой орех. Или же... Тихо-тихо-тихо, не надо сюда выпендривать. Так, ну мы можем его уничтожить, да? Ага, как мы его уничтожим? Он сейчас 2-2 сделается. Хотя, подожди. Не стоит пугаться. Не стоит, друзья мои, пугаться. Я надеюсь, он не будет его усиливать. Да ты жук, а? Он как читает мои мысли. Но мы все равно его уничтожим. Во-первых, мы ему установим, делаем 5-1. Ну, а во-вторых, мы его просто уничтожаем сейчас. Вот чем мне нравится этот зомби. Так, ну что, тут выбора нету. Выставляем так. Давай, поставь ягоду или орех. Так, этого, по-моему, мы сожрать не можем, да? Нет, это ты не ешь. И сейчас будет плохо то, что, ребят, он будет выставлять растения, и этот чудик будет прокачиваться. Мы можем не дать, конечно, ему. Ну-ка, если я так сделаю. Прокачка, да-да-да, прокачка пошла. Еще пойдет прокачка. Вот так вот. То есть 3 в лицо, плюс еще 4, 7. Блин, это жестко. Это жестко, друзья мои. Так, 11 здоровья. Ага. И мы с собой убираем вот этого халабуду. Да что ты? А, 4 или меньше. 4 или меньше. Тогда вот это вот. Горохострела.
Так, теперь. Наверное, мы сделаем с тобой... Да кофиг ли мы сделаем с тобой? Он будет гоняться, да? Ведь он будет гоняться за новым зомби. Тогда вот так вот сделаем. Заодно и похиляемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как плохо, друзья мои, как плохо. Естественно, будем применять лечку. 6 в лицо, это грустно. Согласись. Раз, два. Да, это очень серьезное. Он еще и прокачиваться пошел, а? Ну, а если я, например, сделаю... Так, у меня есть, да, возможность? У меня есть возможность вот этого убрать отсюда. Есть возможность призвать Йети. Какую карту нам дадите? В принципе, неплохо. Эта карта может пригодиться. Опа-на! О, все, по-моему, приплыли мы с вами. Друзья мои, мы приплыли. Здесь он, конечно... Будем знать, что у этого чудика... Так, что мне там дают? Ну, безумие мне вообще тут никаким образом не поможет. Сейчас он две атаки нанесет. Все, последняя. Бамс. Оу, мы выжили. Ну, выжить-то выжили, а как дальше быть? Ой-ой-ой-ой, какая пошла жесткая прокачка. Три. Так, мы можем с тобой, если здесь три... Здесь 5, 8, опять не хватает. Ладно, если я сделаю вот так, я, ребята, сглупил. Я неправильно сделал. Но я надеюсь, что сработает блок, может быть, хотя бы. Хотя бы. Надо было этого зомби ставить вот сюда. Так, ну и что? Ну а что мне вот это вот, ребята, безумие? Что оно мне даст? Оно мне здесь вообще никак не поможет. Этот сейчас сделает две атаки. То есть в первой, даже если у нас сработает защита, да, то второй укус нас убьет. К сожалению. Даже защита не сработала. Да, как же вот эти вот бесят меня, а? Банановые вот эти динозавры. Ну-ка давай, разгром, ты пока отдохни, а мы сыграем с тобой. Ну-ка давай посмотрим с тобой. Так, это арена, атака. Измени, давай посмотрим, что у нас тут за карты. Что-то какие-то карты непонятные, если честно. Что-нибудь путевое есть тут, мощное? Так, курица Купидон есть. Так, ландшафт, вот эту вот уберем. Это мне не нравится, карта. По мне так лучше уже... Во, вот этого поставим с тобой. Ну и, в принципе, наверное, этот на ландшафте. Это вытягивает карту. Тут щекотки. Дополнительная энергия. Хм. Давай попробуем с тобой вот этой колодой сыграть за профессора Москатаку. А вот что-нибудь да получится. Ну и заодно разнообразим наших, так сказать, персонажей. Так, вот эту карту однозначно сразу меняем. Поменял, ядрить тебя на корень. Ладно. У нас есть добор, ставим с тобой вот так вот. Он становится 3-2. Он ничего не делает. И это классно. Для меня это вообще великолепно. Так, пока ничего не могу сделать, ребят. Пропускаем ход. Ага, ага, ага. Ты такой довольный. Блин, смотри, что творит, а. Мне придется сделать так. Размещать зомби-астронавта. Хоть как-то противостоять ему здесь. Уничтожил, да? Штиблет. Так, ну что, мы его... Хотел давануть. Ладно, мы, наверное, еще успеем его давануть. Ну, что творит, а? Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, ну что, этого давим?
Делаем с тобой добор. Ай-яй-яй, все равно три в лицо получим, да? Ну ладно, это ничего страшного. Три в лицо, бог с ним. Так, у нас есть Гаргантюа, у нас есть Бочка, у нас есть Танцор. Даже не знаю. Давай, наверное, Бочку поставим, да? Опачки, что ты так сразу-то начинаешь-то, а? Со своего этого бананового динозавра. Напрягает, очень напрягает. Так, он еще будет усиливаться. 4-3 уже стал, да? 4-3. Гаргантюа, так, размещает морячка. Ладно, поехали. Пускай размещает морячка. Да ты за... Да... Так, ладно, первое. У нас защита срабатывает. Так, что у нас здесь? Создает случайные зомби, стоит на один или меньше. Давай вот сюда вот поставим. Это специально, ребят, все было сделано. Так, опа, морячок сюда выпал. Блин, плохо, что он сюда выпал. Так, мы можем... Блин, 4-4 уже стал. Зомби-танцора размещает. Блин, вот этот, конечно, тут вообще не в тему, а? Присосался. Я даже не знаю. Так, давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Пока все. Опа, опа, опачки. Понял, кто у него тут есть. Смотри, что творит. Смотри, что чудит, блин, а? Вот чудило с Нижнего Тагила. Ну и что ты прикажешь мне здесь сделать? А бонусную атаку? Слушай, нам в любом случае лучше перекрыться. Вот так вот сделаем с тобой. Поехали. Сейчас еще укусит. Так, ты морячка своего выбрасывай, пожалуйста. Только... А, он... Во, на воде. Пускай будет лучше на воде он. Еще одну? Зачем, блин? Зачем ты мне его сюда поставил? Так, ага. Щекотун. Нам с тобой выпадает. А этот-то все качается и качается. Качается и качается. Блин, как быть-то? Бонусную атаку хотелось бы нанести, чтобы вот этого шитика уничтожить. Давай сделаем с тобой вот так вот. И, наверное, вот так. Фигня какая-то получается. Слушай, ты запарил уже, а? Ну все, тут приплыли, друзья мои. Тут однозначно мы с вами приплыли. Что мне это даст? Абсолютно ничего не даст. Нет, 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 нет. Так, что-то погорячился я, конечно, что взял сюда мозг-атаку. Сейчас укусит на пятерочку и этот добьет. Понятное дело. Неудивительно. Будь внимательнее, Рэй, когда составляешь колоды. Как кто-то написал мне в комментариях. Конечно, буду внимательным, если бы у меня еще были бы нормальные для этого карты. Нормальные карты. Конечно, я бы делал бы хорошие колоды, составлял бы. А так, как говорится, что есть, там нужно делать баланс между малыми картами, между средними. Нифига не получается. Так, это, наверное, мы с тобой тоже меняем. Что-то какие-то у меня тут картишки вроде и хорошие, в то же время какие-то слабые. О, неплохо, кстати. Ага, ты понял, да, что он делает? Так, одну в лицо получаем. Ну-ка, он же его будет укреплять. 100% он будет его усиливать. Вот как пить, да, сейчас будет его укреплять.
Странно даже. Не стал. Отлично. Так, что нам дальше с тобой сделать? Наверное, вот так вот поставим. Как ты меня раздражаешь своим вот этим вот орехом. Да-да, давай ему понижай. Поехали. Минус. Так, 4, да? Оп, 2-2 стал. Ну давай я сделаю вот так вот. И вот так. Ну что ты будешь делать? Усилять? Нет, он вызвал Бонг Чоя. И растение получает плюс 2 к атаке. Ого. Так, подожди-ка, подожди-ка. Плюс 2 к атаке. Блин, ну давай хотя бы немножко пониже ему сделаем атаку, что ли. Так, окей. Тихо-тихо-тихо. Блин, наносит бонус на атаку, да? Ну ты смотри, что творит, а. Гаденыш уничтожил мне бедного зомбика. Ну куда ты? Куда ты вот растешь? Вот объясни мне, куда ты вот растешь? Других пока вариантов я не вижу. Йоу, красоты, ты че? Ты не припухли, блин, а? 9-9. Какой 9-9, блин? Че делать-то? 1-1 получают мои, да, зомбики. 1-1. Это 2-2. Ну давай вот так попробуем. 9. Так, отлично. Блин, я не могу его убрать. Давай тогда так сделаем. Пока мы проигрываем все равно. Пока проигрываем. Блин, да что же у меня так много-то этих чудиков-то, а? Вот этих вот именно с орехами. Почему? Это против кого же мы дрались с вами, что я их брал целую руку именно... Нет. Нет, блин. Смотри, что творит, а? Эй, парень, прикинь, меня сейчас добьют. Меня сейчас уничтожат. Так, короче, колода у нас старая, со старых боев она не помененная, поэтому надо ее заменить. Ну что это за дела, ребят, согласитесь. Какие, блин, орешники? Зачем они... Что такое-то? Зачем мне столько орешников, согласись? Где они? Вот, аж 3 штуки. Не-не-не, конечно. И этих... Хорош, ребят. Тут совсем по-другому надо играть. От вас уже, как говорится, здесь толку нету. И не нужны вы мне здесь. Так, давай делать с тобой по-другому немножко. Так. А, еще и призраков у меня тут. Вот так тогда сделаем. Значит, нам нужно с тобой что взять? Вот такую вот карту возьмем. Это раз. Плюс ко всему вот этого добавим. Это два. Так, дальше смотрим, смотрим дальше. Возьмем с тобой, наверное, зомби вот этих двух. И неуязвимость, наверное, да, нам понадобится. Неуязвимость. Есть охотник. Есть зомби. Ага. Есть зомби с бессмертием. Ну, с неуязвимостью. Так, 2 штуки. Ну, в принципе, как бы все. Этого должно быть достаточно. Неуязвимость, конечно, наверное, я добавлю еще. Ну и все. Так, разгром, поехали. А то эти орешники слишком, блин, дофига слабых маленьких карт. Может быть, получится. Надеюсь на это. Так, ну, в принципе... Так, первый, второй ход есть. Третий даже есть. Оставляем. Оставляем все, как есть тут. Ход зомби. Угу. Так, ну его мы уничтожаем. Это само собой. Так, шикарно. А,
А дальше интереснее становится, да? Ну давай вот так вот применим. По центральной линии. Ага, влепил огненный горхострел свой, а? Что мы можем? Мы его можем убрать и можем уничтожить. Можем убрать, можем поставить вот так. А ну-ка. Ничего не стал делать. И это хорошо, друзья мои. Уничтожаем горохострел. Ну, уже неплохо. Так, дальше мы поставим, наверное, вот таким вот макаром. Так, ну тебя уберем мы отсюда, парень. Даже не радуйся. Даже не радуйся. Теперь атака. 5 в лицо мы ему зарядим. Ага, не получилось. 13 хп мы ему оставили. У меня остались только лишь заклинания. Опа, опа, опачки. 3-3. Так, ну мы можем что сделать? Можем его уничтожить. Да, в принципе, так, наверное, и сделаем с тобой, да? Каждый получает 1+1. И ко всему прочему мы еще с тобой сделаем вот таким вот образом. Поехали. Хопа. Так, убираем его с поля боя. 7 здоровья. Так, у нас есть эволюция. Слушай, ну я выставлять пока никого не буду. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Первое растение, которое он поставит. Ага. Вот так ты сделал, да? Бонус на атаку. Двойную, что ли, делает? Нет, одинарную. Мы можем вот так вот, в принципе. Нет. Лучше, наверное, вот так сделать. Отлично. Так, давай еще нанесем ему. Сейчас сработает защита. Последний, нет, не последняя, но все-таки, друзья мои. Оу, фараончик нам выпадает. Фараончика я поставлю. Ну, давай сюда влепим. Ага, смотри, что делает. Ну, они без атаки. Ну и что? Ты думаешь, тебе поможет, что ли? Ах ты жулик. Ах ты жулик. Ну, гаденыш, а. Ребят, ну ему крышка. Все. Капитан Огонек довыпендривался. Наконец-то мы его ушатали. Ну что, друзья мои, а двигаемся дальше. И надо посмотреть, кто у нас там будет. А кто у нас там будет? Естественно, этот. Колпак ночной. Это босс этого уровня, этой миссии, да? Опачки, зашибись. Офигеть, как он тут сделал. Ну, я не знаю даже. Как-то, блин. Фиговенько, на самом деле. Ночной колпак начинает игру с 2 электрокамышами и драконьим зевом. А еще он спит с плюшевым медвежонком. Расскажите это всем. Расскажите это всем. Хорошо, я понял намек. Первого хода у меня нету, как понимаешь, и мы сейчас с тобой столько получим, а? Урона. Так, 5, да? Просто нам влетает. Зашибись. Просто влетает нам 5. Так, ну что? Как бы нам с собой сделать-то по-хитрому? Как бы нам с тобой так сделать-то? Ну, если даже, предположим, вот так вот. Будет ли от этого эффект какой-то? Слушай, ну, неплохо. Получаем только 3 в лицо, да? У нас срабатывает блок. И мы с тобой убираем вот этого хмыря отсюда. Ладно. Эту атаку пережили. Дальше думаем. Поставим-ка мы, наверное, с тобой сюда сумоиста. Ага. Давай-ка иди-ка сюда, камышок. На раздачу. И сделаем вот таким вот образом. Так, камыш промолчал. И мы делаем с тобой следующим образом.
Нет, подожди-ка. Мы можем поставить два зомби. Так, первый будет у нас обычный, второй с броней. А я почему так и думал, что будет именно этот хмарёныш у него, а? Почему-то я так и думал. Но у нас есть призрак. Сейчас призрак добьет. Это Зева. Делается это вот таким вот образом. И выставляем сюда нашего весельчака. Слушай, мне кажется, у него еще будет. Оу, воу. Уничтожает призрака. Рикошет случайно. Не надо только сумоиста убирать. Все сделано как специально. Понимаешь, все сделано как специально. Так, у нас с тобой... Смотри, что мы с тобой сейчас можем замутить. Выставить сумоиста. И сделать неуязвимость. Сумоист, вот я не знаю, выползет. У него будет неуязвимость? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оставляет мне 7 хп. Так, этого нам надо подставить. Подставляем его, знаешь, куда? Вот сюда. Так, понеслась. 7 здоровья он мне всего оставляет, а ты посмотри. Так, орехожуй. Вот и думай, кого нам, наверное, йети поставим. Слушай, мне кажется, что он сейчас уничтожит мне вот этого малыша. Наверное. Так, я могу его на воду поставить, что ли? Подожди-ка, что он делает там? Наносит 2 единицы урона всем растениям. Оу, всем растениям. Давай тогда сюда влепим. Отлично. Ну-ка. Опа-на. То есть он уничтожает мне вот этих двух зомбарей. И замораживает, естественно, вот этого малыша. Да еще и усиляет. Это что, блин, специально что ли делается? Или что? Я не понимаю. Прям, ну, нету слов, а. Так, смотрим. Да куда ты мне еще 3 хп оставляешь, что ли? 4? Блин, лучше не придумаешь. Просто лучше не придумаешь. Так, если мы сделаем с тобой... Давай вот так вот. Поехали. У меня с картами-то вообще беда. Посмотри. Просто беда бедовая. Всего лишь одна остается. Ну что, тут особого выбора нету. Сделаем так. В общем, 6 единиц урона нужно ему нанести. Естественно, у него сработает еще защита. Да чтоб тебя со своим арбузом, блин, а? Ну что, получается, он сейчас уничтожит мне вот этот ряд весь. Просто весь ряд. Хопа. Еще и, блин, гриб свой выставляет антигерой, который нанесет атаку, соответственно, да? Нет, он не стал на этом ходу делать. Ну и что мне вот этот баллончик? Рикошет еще делает. Да, друзья мои, фейл. Тут уже мне вряд ли что-то поможет. 4, 3, 3, да, он меня добивает. Офигеть. Так, разгром. Наверное, пора тебе немножко отдохнуть. И вступит у меня в дело супермозг. Ой, ё-моё, я ж хотел. Да что ж такое-то, я поспешил. Ребят, я хотел сделать замену. Блин, ну вот это я считаю слишком уж. Так, подожди-ка. Я считаю, что вот это слишком круто. Начало такое у него, да? 2 электрокамыша.
Плюс, как ты видишь, еще вот эти вот. Это совсем нехорошо. Очень нехорошо у нас получается все. Я выставлю, например, призрака, да? И что мне это даст? Ну, выставлю. Давай вот так, наверное, с тобой сделаем. Слушай, а ты не приоборзел ли, а? Своими камышами, блин. Блин, сейчас достанет, вот серьезно тебе говорю. Что там у нас? Блин, безумие, ну нафига мне безумие это сейчас нужно, а? Самое последнее, что я хотел видеть, это безумие именно. Так, если я сделаю вот таким вот образом, мы с тобой получим сколько? 3 в лицо, да? Так вот сделаем. Блин, надо не забывать, что у него есть арбузы. Да-да, именно эти арбузы фиговые, которые нам будут с тобой мешать очень сильно. Так, я могу сделать эволюцию. Убрать вот этого отсюда. И насколько я помню, у него еще есть один, да? То есть у него есть вот это вот... Что ты, блин, делаешь, а? Обмен. Тупо-глупо идет обмен. Так, хиллер у нас выпал. Нам выпадает хиллер. Давай вот сюда, наверное, поставим его. Ну, кого ты там лепишь? Блин, опять ты со своим зевом, а? Опять 3 в лицо и, соответственно, уничтожает мне зомби. Спортсмен. Спортсмен. Ну, если я сделаю вот так. И вот так, да? Это еще одного могу выставить. Вот так вот мы сделаем. Давай посмотрим. Ну, конечно же, арбуз. Кто еще может быть, ребят? Ну, конечно же, арбуз. Ты же вроде должен съедать, нет, разве? Почему-то мне казалось, что ты съедаешь эти ягоды. Всех подбомбил, а? Всех подбомбил, а кого не забомбил, так заморозил. И еще 3 в лицо. Красота, блин, неписанная, а? Просто красота. Так, думаю я, как лучше сделать. Наверное, с тобой вот так вот замутим. И сделаем, наверное, с тобой вот так. Оу, сумоист. За ноль, это хорошо. Так, мы можем с тобой сделать неуязвимость. Смотри, что творит, а? Ну ты посмотри, что делает. Кого убираем? Этого, наверное, да, отсюда? Иди отсюда нафиг. А он рикошет применяет. О, так. Вот этого, да? Переводим сюда. Соответственно, мы с тобой ставим здесь неуязвимость. Погнали. Угу. Ладно, как-то продержались. У него еще один арбуз есть, об этом не стоит забывать. Еще один арбуз у него есть. Так, мы ставим с тобой, наверное... Блин, это нужно как-то выставлять в таком порядке, чтобы... Чтобы нас не подбили. Куда он влепит свой этот, а? Как ты думаешь? Давай сюда я поставлю охотника. Сейчас выставит арбуз. Вот как пить дать выставит его. Да блин, 4 хп оставляет что ли мне всего. Ну вот ты не... Ты понимаешь, да? Что здесь сейчас произойдет?
Ну зачем ты, охотник? Ё-моё, побежал. Так, ребят, ну это была моя глупая ошибка. То, что я хотел вообще не играть за разгрома сейчас, а хотел играть именно за... Где он у нас? Вот. За супермозг. Кстати, я не помню, там, по-моему, тоже у нас какая-то хитрая колода. Ну да-да, я вспомнил. Заморозка, вот это все у нас маленькое-маленькое, да? Для чего я это все брал? Для того, чтобы там побеждать. Какой-то у нас там был противник, да, который очень быстро развивался. И вот для этого все было придумано. Соответственно, мы теперь меняем с тобой многое что. И добавляем немножко другое. Немножко другое. Давай вот этого, наверное, с тобой возьмем. Жалко, что вот этот вот не может хиляться у нас. Нету хила. Нету. Ну что, попробуем такой вот колодой бомбануть. Ну что, ребята, попробуем еще разочек. Как же ты меня бесишь, а? Ну просто нет слов. Так, у нас с тобой есть первый ход. Во, второй есть. Слушай, ну неплохо. Пока неплохо, ребят. Что он там сейчас будет делать? Покажите, пожалуйста. Так, ничегошеньки не стал. Я хочу вот так вот сделать, чтобы нам поменьше наносили урона. Замечательно. Так, привидение, да? Привидение. Если я поставлю вот сюда и сделаем вот так вот. Посмотрим. Так, электрокамыш ничего не сможет сделать, да? Здесь у нас пока все хорошо, ровно. Так, эту карту прибережем. Опачки, челюсти есть. Одну единицу стоит, да? И мы можем с тобой сделать... Так, если я выставлю его сюда... Нет, лучше мы сделаем... Вот так вот, чтобы у нас еще с тобой был призрак, на всякий случай. А он делает рикошет случайного зомби. Ты прикинь? Ну что, тогда мы уничтожаем вот здесь. Так, одну единицу в лицо получим. Фиг с ним. Так, ладно, давай сюда поставим призрака. Пропускаем ход, ага. Смотри, что творит. Ну что, будем его... А, ну в принципе мы его уничтожим. Хотя нет, мы его не уничтожим. Могу его давануть валуном, чтобы ему было неповадно. Хиляться пока не стоит. Так, этот камыш там пускай стоит. Я надеюсь, он его не будет усиливать. Еще один зомбик у нас. Еще один зомбик. Слушай, а если я поставлю... Вот так. Ну и предположим, вот так. Что он будет делать? Рикошет кого? Какого зомби именно? Угу. С центра убрал, да? Ну давай вот этому понизим атаку. Окей, поехали. Блин, мне этот электрокамыш бесит, который вот здесь стоит и бомбит. Мы его сейчас оставим без атаки. Я думаю, это будет самый правильный вариант. Вот этого тоже нужно, как бы, по идее, нам убрать. Хм. Ладно, погнали. Сейчас должен скоро появиться Левушка. Также не забывай, что он может поставить свой арбуз. А вот и он. А вот и он, друзья мои. Вот он, этот арбуз. Мы его уберем отсюда. Нормулька. Погнали. Два в лицо. Уничтожаем. И еще два в лицо. 12 хп у него. Ага. А если я еще сделаю вот так? Сейчас будет призраков, наверное, навалить мне. Виноград... Ага. Вот у него что. Я думал, виноградину вызовет. Нет. Так, у нас есть еще одна единица энергии. Мы можем... Минус один, минус один.
Блин, а нам это никак не поможет, да, по идее? Минус один, минус один. У него будет две атаки. В принципе, это не страшно. Поехали. Оп, срабатывает защита. Что он там? Ядовитый гриб свой вызывает? Хорошо, вызывай. Гриб мы этот уничтожим. Ага. Не тут-то было, парень. Я вот думаю, как бы мне вот этот вот прихлопнуть, а? Арбуз. Пока я ничего не могу сделать. Виноград. Вот ты жучара, а. Вот ты жучара. Так, призрак. Тихо, 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 подожди-ка. Подожди-ка, подожди-ка, что мы тут можем сделать? Так, по идее мне арбуз бы как-то надо прихлопнуть. Это с одной стороны. А с другой стороны и вот этот тоже бесявый. Давай-ка мы вот так, наверное, сделаем. А сюда поставим неуязвимость. Поехали. О, это что это за зомби у нас тут объявился? Так, что нам тут? Безумие. Пока оставим себе на дорожку. Так, смотри-ка. Хорошо, давай уменьшим ему атаку. Кто ты такой? Карта, которую вы и шаманство стоит на один меньше. Принесение урона растению героя и шаманство карты галактических садов. У него 100% еще есть арбуз. Вот я просто нутром чую. Он есть. Ну давай вот сюда поставим с тобой и... Да подожди ты. И вот так вот. Что нам тут достанется? Что за карта? Ага. Давай проверим. Что он там сейчас будет вставить? У него есть еще арбуз, не забывай. Еще есть у него... Вот-вот-вот, и вот именно про него я и говорил. Так, наносит 3 единицы урона. Ну ты сопляжуй, а. Ну ты сопляжуй, однако. Блин, нам остается 2 единицы урона ему всего нанести, понимаешь? А нам 3. Как нам быть? Если мы поставим, да? Плюс безумие. Нам всего 2 урона нанести. Всего 2. Это сложно. Это, друзья мои, сложно. Ну что, посмотрим. Так, нам главное хильнуться. Смотри, что творит, а. Смотри, что творит. Камыш. Слушай, ну все, тут песенка его спета. Знаешь почему? Смотри. Я сюда ставлю безумие. И отхиливаюсь. И смотри, что происходит. Да-да-да, он уничтожает. А теперь смотри дальше. Хоба! А добивочный не хочешь? Наконец-то, друзья мои, завалил я этот ночной колпак. Он меня нервировал, если честно. Ну что, двигаемся с тобой тогда дальше. С удовольствием хочу посмотреть, кто на этот раз нам с тобой выпадет. Так, будем играть пока за разгрома. И это бабах. Ёлки-палки. Я, честно говоря, не был готов к бабаху. Ну, давай вот эту поменяем с тобой. Вот. Первый ход есть, второй, третий. Да, отлично, отличная колодочка у нас с тобой. Ход зомби, мне пока некого тут ставить. Посмотрим, что бабах. Будет, наверное, свои мины? Нет, нет, не начал он выставлять мины. Ну, я больше чем уверен, что у него там в руке припасено. Ход зомби, мне опять некем ходить. Ага. Это ты хорошо, что этого шитика вызвал. Потому что он как раз под стать. Так, ну на следующий ход я вызываю спортивного зомби, чтобы вытянуть себе еще какую-нибудь карту. Давай вот здесь поставим его. Отлично, 5-5 за 5 энергии.
Да ладно, бабах, не смеши меня. Что, специально в поддавки решил поиграть? Хорошо, давай поиграем по твоим правилам. Так, делаем с тобой добор карты. Неплохая карта, кстати. И вот сюда ее поставим. Ну-ка, кого ты там вызовешь? Ага, я тебя понял, парень. Но мы, пожалуй-ка, снизим тебе атаку. Да, 2-3. Так, а теперь что мы с тобой можем замутить? Мы можем его уничтожить, в принципе, если захотим, да? И можем вот так вот сделать. У нас в копилочку прилетит призрак. А призраки, ты сам прекрасно знаешь, 1-1. Что здоровье, что атаку делают. Опа-на. Вот здесь он меня перехитрил, тут базара нет. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, а что ты так раздухарился-то? Все растения получают +1/+1. Слушай, ну вот это ты зря тут радуешься, если думаешь, что все тебе тут позволено и дозволено. Извини. И ты, кстати, тоже. Думаешь, я тебя оставлю здесь, виноград вшивый? Никаких, как говорится, прослаблений. Ну что, теперь у нас 6 энергии. И я начинаю вызывать, конечно же, галактического Йети. Посмотрим, как он нам карту подкинет. Отличная карта. И поставим с тобой зомби в броне. 2-2, но тем не менее может какую-то атаку сдержать. А вот и минки подоспели. Так, по нему будет атаковать, да? Ну... Так, этого зомби он не добить. Не должен он его добить, по идее. Посмотрим сейчас. Или добьет? Добил. Ну, джук. Ну, ладно. Как говорится... О, ха-ха. У нас такая штучка появилась. Так, мы сделаем попроще. Уничтожаем. Хиляться нам пока не стоит. А вот эту вот карту я, пожалуй, поставлю. Оба-на. Я, блин, забыл, что у него этот охламон есть, ребята. Да что ж ты будешь делать? Что ж ты будешь делать? У нас, по крайней мере, есть с тобой подхил. Так, что он там хочет? Наносит 3 единицы урона зомби. Фиг с ним. Отлично, давай-давай улучшаем мне карты. Мы с тобой сделаем подхил обязательно. И ко всему прочему еще вот сюда зомби поставим. У меня, конечно, поменьше карт будет, поменьше намного. Но я боюсь, как бы он еще одного... Оу-воу-воу-воу-воу, виноград, блин, ты прикинь. Так, мина сюда, да, летит. Господи, этот виноград у него, откуда же я знал, что он у него есть? Даже и подумать бы не мог. Как нам быть-то, а? Как мне его уничтожить? Без понятия. А, эволюция, эволюция, ребят, конечно же. Так, 4-5, да? Получается все в ажуре. Он же не будет, по-моему, стрелять, если таким образом. Смотри, что творит, а? Ну, давай вот сюда безумие поставлю. И прикроемся с тобой здесь. Всего 6 урона. Да иди ты в пень. Ты что, ну специально что ли, а? Я сейчас уничтожаю виноград, он мне бомбит. И мне крышка, ребята. Сейчас снесет мне. Я офигею с этого винограда, блин. Вот жучара. Так, ну что, ребят, переигрываем, да? Не так резко на него начали наезжать. Давай-ка переиграем, посмотрим, может быть, сейчас зайдет у нас что-нибудь. Так, этого уберем. Ну, в принципе, вот так вот меня устраивает. Не идеально, но нормуль. Так, давай подтянем карту. Ого. Так, что он делает у нас? У него там все, и проскок, и безумие. Ты прикинь, он тратит свою суператаку на какого-то плешивого зомби. Делай его, конечно. Так, 4 карты у него остаются, да? Так, дальше мы с тобой вызовем вот этого зомби. И у нас будут дешевые зомбики. Естественно, до тех пор, пока он находится на карте. Ага, ага, ага. Смылся, а? Смылся, опарыш. Так, ну ладно, у нас есть призрак. У нас с тобой есть призрак. Мы его уничтожим. Поехали.
Никого не стал выставлять. Удивительно. Но, ребят, радоваться рано, потому что я прекрасно понимаю, что он копит себе комбу, имбу и так далее. Дай-ка мне хорошую карту, пожалуйста, а. Оу. Спортсмен, да? Тренер, точнее. Хорошо, поставим его сюда. Смотрим. Виноград. Уничтожает только призрака. Тратить я ничего здесь не собираюсь. Поехали. Так, все растения получают плюс один, плюс один. Ради бога, трать. Твое право. Так, мы ставим сюда дальше зомби. И три энергии оставляем. Опять ты со своим виноградом, да ты заколебал, а? То у него виноград, то у него еще там что-то есть. Два или меньше. Два или меньше, да? Ладно, применим. Поехали. Окей. Еще трешечку. Так, 8 хп. Сейчас вот он начнет уже лютовать. Я просто предчувствую это дело. Так, призрак, призрак, призрак. Призрака мы сюда, ребята. Давай, бомби. Смотрим. Ну вот, вот о чем я и говорил, ребята. Уменьшает мне жизнь. И сейчас будет идти вход виноград. Будет идти вход виноград. Так, я поставлю сюда вот такую вот штуку, да? Оу, неплохая карта, кстати, выпала. Так, и остается у него... Блин, у него броня сработает буквально с секунды на секунду. Что мы можем с тобой сделать? Получает 1 и 1 и уничтожает все растения здесь. Здесь это где? На воде? Если я поставлю... Слушай, я, наверное, не буду пока рисковать. Или буду? Я буду, друзья мои, рисковать. А ну-ка, поехали. Сейчас виноград. 100% будет виноград выставлять. Оу, даже вот так вот. Даже вот так он сделал. Спасибо, кстати. Хил это вообще идеально для меня сейчас в данный момент. Плюс ко всему мы сделаем, наверное, с тобой вот так. Поехали. Срабатывает защита. Так, наносит 3 единицы урона зомби. Все, ему крышка. Бабах, да выпендривался. Ну, друзья мои, переходим к последнему. Хотел сказать, к последнему боссу. К последней миссии, где у нас будет, естественно, босс Гриб. И я сейчас не знаю, какие у него там будут условия. Он начинал, помнишь, да, с двумя камышами, блин, плюс этот Снапдрагон. Сейчас я вообще боюсь даже подумать, что он сейчас тут вычудит. Так. И все, что ли? Ага, второй. Внимание на старт, побей босса. Черт, ночной колпак получает электрокамыша сверху и в воде на каждом ходу. Избавьтесь от этих мертв... В плане? То есть... Твою ж налево. То есть он сейчас знает, что будет делать? На каждом ходу он будет получать камыша и на воде, и наверху. Ты понял? Смотри, что творит, а? Вот тебе и условия, блин, для битвы. Лучше, блин, не придумаешь. Офигеть. Так, ну что, я поставлю, наверное, вот сюда вот зомби. Мне кажется, что у него тоже здесь будут и арбузы эти ледяные, и все прочее, прочее, прочее. Смотри, что творит, а. Жук навозный. Так, привидение дали, это хорошо. Значит так, мы с тобой ставим сюда призрака, да, на воду. Подожди-ка, мы с тобой ставим призрака на воду. А нам это невыгодно делать. Потому что каждый ход они будут здесь появляться. Нам с тобой выгоднее, знаешь, что сделать? Лишить его атаки. А
Лишить его атаки не получится быстрее, потому что у него... Твою же налево, блин, жук навозный. На! Получил. Так, а что ты делаешь? Приемы зомби стоят на один... На одну энергию дешевле. Ладно. Зачем я ее послал сюда, блин, под этого? Ой. Уничтожаем. Хиляться я пока не собираюсь. Так, ладно. Так, друзья мои, извините, меня тут отвлекли маленько. Ну, как я и говорил, да, они будут здесь появляться заново. Значит так. Мы с тобой... Сделаем вот так. Что нам тут вытянут? Опа, спортивный зомби. Хорошо. Наносит единицу урона, ну естественно. Оставит он тебе, конечно, заклинания, которые стоили бы ноль. Безумие. Оставляем пока при себе. И нам нужно будет вызвать спортивного зомби. Я думаю, что это будет оптимально. А он наверняка, как всегда, зачудит своим этим львом одуванчиком, да, мне кажется. Или еще что-нибудь в этом роде будет. Что-нибудь такое сейчас влепит. Или свой арбуз. Ага. Ага, почему-то он сделал вот таким вот образом. Хм. Ладно. А, понял я, понял. Да-да-да, камыш же, конечно же, он же бомбит здесь. То есть у него, грубо говоря, заточено все как надо, да? Идеальненько, так скажем. Ладно, мы тогда будем тоже сопротивляться здесь. Так, поставить сумоиста или... Не, давай, наверное, мы все-таки с тобой хильнемся. Поехали. Вот он. Вот он, этот чертов арбуз, друзья мои. Блин, а, горелый. Понятное дело, сейчас уничтожит тут всех. Еще три в лицо сейчас получим с тобой. Так, что нам сделать? Дождаться 9 энергии и бомбануть этим зомбоботом. Вот что нам нужно с тобой сделать. Короче, так, 4 и 3. Делаем... Блин. А на призрака, по-моему, я не могу, да, применить. Ладно, поехали тогда. Вот так сделаем с тобой. И вот так. Хочется просто глянуть, что он сделает. Ну ты что ты, а? Что же ты такой за нечто, а? Безумие влепить. Давай влепим безумие еще сюда. Поехали. Бедный призрак уничтожается. Так, предположим. Так, дальше я поставлю, наверное... Блин, а куда? Вот сумоиста, куда вот мне его влепить? Просто некуда. Сделаем так. Поставить сюда, наверное, да, лучше. Ну, вот так вот сделаем. Плюс амфибия. 3. И 1 единица энергии у нас остается с тобой для лечения. Рикошет, кого? Вот этого, что ли, мне? Громилу? Смотри, что творит, а. 9 единиц. Понеслась. Ох-хо-хо-хо-хо. 3 в лицо мы с тобой, конечно же, получим. О, нет, ребят, не 3 в лицо, я ошибся. Пока я не буду здесь никого уничтожать. Ну что, заряжаем нашего зомби-бота. Поехали. У него наверняка есть рикошет вот этот вот. Мне почему-то кажется, что есть. Твою же налево, блин, ну я... Ну вот как это понимать, а? Все, фейл, друзья мои. Все так четенько у него, да? Все продумано. Упырь ушастый, а? Со своими рикошетами. Слушай, может быть, мне тоже взять рикошеты, а?
Не все тут так просто против этих камышей. Это вот как я говорю, на растениях встрял с этой зомбятиной и просто ничего не могу там сделать. Ничего, я какие там только колоды не пробовал. Не выходит и все здесь, хоть ты тут тресни. Здесь что-то типа того. Ну с этими более-менее мне понятно. Их мы можем, короче, уничтожить атаку, да, до ноля. И они будут здесь стоять до посинения. Так, ладно, понеслась. Размещает два шампиньона. Начинается, короче, да? Мы сейчас получаем тут урона с тобой. Ладно, ничего страшного. Единственное, что обидно, что уже первую броню нам просто снесли. За один ход, вот что самое фигово. За один ход нам снесли с тобой броню. Блин, ну ты посмотри, а, со своими камышами. Так, этого уничтожат мне сейчас зомби, да? Камышом. Получаем, отхватываем по полной программе. Вторую броню мне сняли, ты видишь, да? Чертов жулик, а? Ну вот просто нечего мне здесь сделать. Вот понимаешь, нечего мне здесь даже сделать. Вот эту вот тратить, ну, жалко, понимаешь? Просто жалко. Так, ладно, появляется у нас с тобой призрак. Призрак, это хорошо. Это уже хорошо, потому что мы можем с тобой сейчас сделать ту вещь, которую я хотел. Понизить им всем атаку. И, соответственно, они не смогут атаковать нас. Будут там стоять до потери пульса. Все, ты прикинь, мы уже с тобой остались без брони. Голожопой, короче. Так, а он сейчас начнет свои тут арбузы выставлять и так далее и тому подобное. Выставим сюда охотника. Я больше ничего не могу сделать. Уничтожает, да, его? Естественно, уничтожает. Блин, тратить, не тратить, я вот не знаю. Фиг с ним, давай потратим. У нас с тобой просто очень мало здоровья, я не хочу остатки простерять. Так, хиляться пока тоже, наверное, я не буду. Не вижу в этом смысла. Безумие тоже пока не будем ставить. Так, пошло, поехало, да? У него 10 хп. У него 10 хп, мы можем с тобой следующее сделать. 100% забросит сейчас. Или арбуз, или еще что-нибудь выбросит. Вот сюда вот. Нет, он сделал еще хуже. 5 единиц здоровья мне оставил, понимаешь? Ну давай. Так. Ага. Ну, конечно же, защита. Он ставит сюда еще антигероя. Я не знаю, в чем прикол этого чудика здесь. Угу. Ну, а если я, предположим, вот так сделаю... Что ты на это скажешь, парень, а? Наносит 3 единицы урона. Но он же не сможет мне... Да ладно, ты серьезно, блин? Просто мне сейчас чудом повезло. Так, этого мы с собой убираем. 10 хп, ну блин. Вот, вот смешно на самом деле, чтобы не нанести ему 10 урона. Ну... У него опять же есть, да, чудик с проскоком. То есть с этим, с рикошетом. Он его собьет. Он его собьет. Уж поверь мне. И поставит его вот сюда. Поставит его вот сюда, да?
Блин, у него еще этот виноград есть. Чтоб его, а? Блин, ну вот как быть? Давай посмотрим. Сейчас арбуз влепит. Влепит арбуз вот сюда. О, нет. Нет, 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 нет. Ребят, ну это уже все. Это уже сверхнаглость. Как я считаю, это уже сверхнаглость просто. Ну и чё? Конечно, нам крышка будет, ребят. Одно хп осталось, и все. И... дали медика. Там камыш поставили, да? Ну и что? Ну, медик хильнет, предположим, да? А это даже не призрак, ребят. Это зомби. Я не знаю. Это не нереально. Просто же это лютость какая-то. Че он сейчас поставит? Любой рикошет и все, и тю-тю. Слушай, а ты не оборзел ли, а? Все, ребята. Пойду-ка я, наверное, кофейку попью. Это трындец, ты посмотри, что он вытворяет. Все, тут фейл. Две кукурузы. Это вообще карта легендарная, фиг ее... ну, можно получить, но это... а она у него просто есть, и все. И, вот... и как? Я офигею. Так, ладно. Наверное, надо попробовать за супермозга сыграть. Да, но вначале кофе. Ну что, друзья мои, давайте сыграем за супермозга. Посмотрим, получится у нас победить или нет. Да что же вы мне такие карты-то подсовываете? Это мощные-то, я не понимаю. Ну, ты как понимать, а? Ну что это такое? Трындец просто, вот что я тебе скажу. Это камыш. Еще один камыш. У меня первого хода просто нету. Так что, ребят, пропускаю сразу ход. А он... просто он еще усиливает свои растения. Ты посмотри, а. То есть 4 в лицо получаем. 4 в лицо мы с тобой наполучали. От души, я тебе скажу так. Ну, предположим, я поставлю вот сюда. Что он там дальше? Еще камыш один влепил, а? Он еще один камыш мне тут поставил. Давай смотреть. Так. Ага. Первую броню мне сбили. Да вы... Ну что, друзья мои, играем за супермозг. Поехали. Что нам тут дадут? Ну, вот этого только поменять. Да какой горшок? Горшок-то этот. Где ты его взял вообще? Надо его убрать. Горшок этот. Естественно, выставляет амфибии. У меня нету первого хода, к сожалению. Поэтому можно смело здесь пропускать. Давай, давай, давай. Посмотрим, что он сейчас будет. Ничего не стал делать. Странно. Так, тогда мы с тобой выставляем вот этого шитика. Вот сюда, да, наверное? Ну да, поставим его сюда, пускай будет. Так, он ничего опять не стал делать. Что-то мне это напрягает. Так, получили в лицо. Тут получили по герою. Так, ладно, давай смотреть. О, неплохая карта, но я лучше, наверное, сделаю... сделаю вот так. Ну, посмотрим. Рикошет. Да неужели этого хочет уничтожить, а? Убрать меня. Ну да. У него другого варианта не было. Вроде бы все есть, да? Бонусная атака. Все, что хочешь, но... во. Хоть кого-то дали нормального. Так, первый блок у нас с тобой сработал. Я думаю, что кровожадность мы, наверное, вот сюда поставим. О, ледяные усы дали. Угу.
Так, и делаем с тобой следующим образом. Поставим сюда. И я даже не знаю, можно, в принципе, бонусную атаку. Какой зомби будет наносить бонусную атаку? Ну, давай сюда поставим. Посмотрим, что он тут сейчас. Ничего не стал делать, да? Ну, поехали тогда. Уничтожаем. Так, три в лицо, еще в лицо. Так, вытягиваем карту. Блин. Так, сейчас этот камыш появится. У нас с тобой что? У нас есть бонусная атака, да? Есть заморозка, есть... Вот этот чудик. Но я не знаю, стоит ли, ребята, его покатрать. Давай сделаем таким вот образом. Пропускаем ход. Ага. Значит, нам нужно с тобой кого-то заморозить. Кого заморозим? Наверное, вот этого. Подожди-ка, зачем нам замораживать, если мы можем с тобой нанести бонусную атаку, да, по идее? Нанесем с тобой бонусную атаку. Вот здесь. Так. У него сработает защита, я так понимаю. Вот она. Он размещает два шампиньона. Я почему-то не сомневался, что ты сюда поставишь. Вот нисколечко не сомневался. А интересно, как он будет сюда камыш ставить, если здесь стоит шампиньон? Кто мне это объяснит? Неужели он сверху там появится или снизу? Хочу посмотреть. Ну-ка. Вообще нигде не появился, прикинь. Отлично. Так, прочерк. Зачем мне прочерк? Нам лучше, наверное, поставить... Вот этого сюда зомби, да? Ну-ка, смотрим. Что он там сейчас, виноград свой достанет? А, нет, зачем ему виноград ставить, если у него вон кто есть? Так, он думает, что ему все позволено. Нет, парень, так дело не делается. Поехали. Уничтожаем. Так, в лицо. Так. Вытягиваем карту. Ага. Так, и нам все равно заряжают. Так. Слушай, у нас что-то с тобой карт, по-моему, перебор. Бонусную атаку нам дали. Ну, это понятно. Понятно, что ты этого выставляешь. Так, а что ты делаешь у нас? Мишень, безумие, броня, там. Чего только у тебя нету. То есть крутой чувачок, да? Ага, виноград. Друзья мои, виноград. А мне и заморозить-то и ничего не сделать, понимаешь? Блин, фигово. Ну-ка. На тебе. Так, у него одна единица здоровья, ребят. По-моему, крышка. Да. Господи, как ты меня достал, а? Ночной колпак. Ну что, друзья мои, мы с вами прошли еще, как говорится, одно испытание. И переходим на силы розы. Но это уже будет у нас в следующем выпуске. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.